В Казахстане около 3000 человек нуждаются в пересадке почек. Об этом рассказали на семинаре по вопросам трансплантации, который прошел в Семее. В последние годы в стране активно проводят операции по трансплантации жизненно важных органов, отмечают специалисты из Алматы. А ежегодно квоту получают более 200 пациентов. В 90% донорами становятся родственники самих реципиентов. К слову, в почечном центре Семея на лечении находится 70 человек. Пятерых из них прооперируют уже в этом году в Алматинском национальном центре хирургии. И на сегодняшний день эти операции проводятся по Казахстану. Имеются большие центры, имеется достаточно хороший опыт с хорошими результатами. Но еще, может быть, не во всех регионах люди знают, что имеется такая возможность оперироваться в нашей стране, оперироваться абсолютно бесплатно, по квоте. И все лекарства, которые необходимы для этих пациентов, правительство, то есть страна, государство обеспечивает абсолютно бесплатно.